Как ваши дела? How are you doing? Все уставшие. You all are tired. Можно я сделаю селфи один с вами? Can I make selfie with you? Чтобы моя жена поверила, что that my wife would believe me that I was at the conference. Улыбайтесь. Please а то смайл. Все такие грустные. All of you look so serious. Спасибо. Thank you. И здорово быть здесь. It's so great to be here. Это огромная привилегия. It's a big privilege стоять у этой кафедры. To be standing here at this pulpit. Когда мне сказали, я испугался, мне ни рубашки нету. And then when I was told, I got really scared because I don't have Мы в июле переехали в Навай. In July we have moved to Navai. И в Самарканде, в Узбекистане мы как бы не одеваем рубашки. And in Samarkand, in Uzbekistan, we don't really wear shirts. Последний раз я одевал ее в Баку. Last time I was wearing a shirt was in Tumen. В Тюмени я одевал последний раз рубашку с галстуком. With a tie. И перед переездом мы стали разбирать наши вещи, что нам с собой взять. And before we moved to Navai, we looked through our things, what we should take with us. Я отыскал свои рубашки. I found some shirts. Нашел галстуки. I found some ties. Они были такие пыльные, запыльные. И недавно последнюю рубашку отдал бомжу. Recently и поэтому извините за такой вид. My last shirt to a man without to a homeless person. Но это здорово, когда мы можем ходить в простоте с Богом. But it's so great that we can walk in simplicity with God. Мы можем жить в простоте с Богом. We can live in simplicity with God. Мы можем общаться с Богом в простоте. We can fellowship with God in simplicity. Мы можем следовать за Ним в простоте. We can follow Him in simplicity. Правда? Isn't it true? И последние несколько месяцев в Навае. Last few months in Navai. Мы думаем и говорим о близости взаимоотношений с Богом. We are speaking about closeness of our relationship with God. Потому что мы молодая церковь, там нас немного, нас. We are a new church and we don't have many people. Я, моя жена, сын. Me, my wife, my son. Одна семья. One more family. И один парень. And one guy. И мы не можем собираться все вместе. And we cannot meet all together. Мы ходим к семье иногда. We visit families sometimes. Мы встречаемся с этим парнем. We meet with this young man. И мы не можем быть такими, петь, наслаждаться временем. We cannot enjoy like this the time together. Но я хочу научить их. But I want to teach them близким взаимоотношениям с Богом. Closeness in relationship with God. Для меня это одна из важных вещей в жизни христианина. This is one of the most important things in the life of a Christian. Потому что если есть мои близкие взаимоотношения с ним. Because if I have close relationship with him. Тогда даже если я не нахожусь на собрании. Then even if I am not able to be at the meeting. Я могу продолжать следовать за ним. I may continue following him. И во взаимоотношениях важно. And in the relationship it is so important. Важно следовать за Ним. To follow Him. Взаимоотношения с Богом — это не те взаимоотношения, как с людьми. A relationship with God is not like relationship with a man. Например, с людьми я могу идти по улице. For example, with people I can walk on the street. Встретить человека. Meet a man. Спросить у него, как дела. Ask him, how is he doing? Что нового в жизни. What is new in his life? Да, может быть, как бы договориться встретиться с ним. Maybe we can arrange a meeting together. Или, может быть, пригласить в церковь. I can invite him to come to church. Да, я прихожу домой. I come home. И говорю жене, знаешь, I'm telling my wife, я сегодня встретил вот его. I've met this person today. Надо как-то пойти посетить. We should go and visit him. Пообщаться. And fellowship. С Богом так не проходит. With God it's different. Мы не встречаем Бога видимым. We don't meet him visually. Мы не встречаем его каждый день в своей жизни. We don't meet him every day in our life. Нам нужно прийти к нему. We have to come to him. Нам нужно прийти к нему. We have to come to him. Читая Евангелие на протяжении всех Евангелий, мы видим, как Иисус говорит: «Идите сюда». We can read through all the Gospels how Jesus is saying, "Come unto me." Он говорит ученикам: «Подойдите». He's telling to his disciples, "Come to Подойдите. Me."
come closer. У меня есть нечто важное для вас. I have something important for you. Нечто особенное. Something special. Подойдите ко мне. Come to me. Да, и это то, что он говорит каждому из нас. This is what he's telling each one of us. Он говорит, подойди. He's saying, come to me. Подойди ко мне. Come closer. Приди ко мне. Come to me. У меня есть нечто для тебя. I have something for you. Нечто особенное. Something special. Нечто невероятное. Something incredible. Нечто то, что ты даже не можешь себе представить. Something you can't even think of. Ты даже не можешь со всем своим воображением это представить. With all your imagination, you cannot think of it. Приди ко мне. Come to me. И это наше решение прийти в близость с Иисусом Христом. And it is our decision to come to this close relationship with Jesus Christ. Он не будет заставлять нас. He will not push us. Он не будет насильно тянуть нас за уши. He will not force us. Он говорит, приди сюда. He's saying, come to me. Иди ко мне. Come to me. Иди ко мне. Come closer. И моя ответственность. And my responsibility за то, чтобы приходить в эти взаимоотношения, is to come to this relationship. Моя ответственность, my responsibility, делать обстоятельства, чтобы прийти в его взаимоотношения, to use my circumstances to come to him. Моя ответственность, my responsibility, сделать шаг в его сторону, is to make a step towards him. Моя ответственность, my responsibility. Я создаю такие события, чтобы быть в близости с ним. I use and make things in my life in order to come to him. И я ищу этих возможностей. And I'm looking for opportunities. Я использую каждую данную мне возможность, чтобы быть в близости с ним. And I'm using every possible thing to be closer to him. И здесь это одно из этих мест. And this is one of those decisions. Это one невероятное of the places. Время. We have incredible time. Невероятное. Amazing. По пути сюда у нас с пастором Таиром были невероятные такие события. On the way here, me and Pastor Taier, we had so many amazing circumstances. Мы выехали вечером. We left in the middle of the night. Практически не спали ночью. We almost didn't sleep at night. Приехали в аэропорт. We came to the airport. И говорят, что мой билет месяц назад уже закончился. And they are telling me that my ticket has already expired 1 month ago. И мы с пастором Таиром такие, что будем делать? And me and Pastor Taier, we are standing there. Что делать? We are thinking, what should we do? Да, и вначале мы как бы так запаниковали. At first we were really panicking. Но потом подумали, ну что сделаешь? And then we thought, well, what can we do? 3 часа ночи. It's 3 a.m. Что-то думать. We can't think of anything. Что-то придумывать. We can't come up with кого-то anything. Кого-то искать. Who should we look for? Которые на 300 километров от этого места. We were 300 kilometers from our place. И мы сделали решение, давай мы возьмем новый билет. And we thought and decided to take a new ticket. И у нас ограниченные финансы. And we have very limited finances. И Бог находит нам за 5 минут and до вылета самолета. And in five minutes before the airplane takes off. Нас зовут и говорят, есть билет. We were called and said, well, there is a ticket. И на сумму, которая у нас есть. And it cost us exactly the amount we had in our pockets. И это невероятно. And it is amazing. Я летел и думал, я ведь смог просто сказать, ну ладно, я пошел домой. I was flying and on the airplane I thought, well, I could have just said, okay, I'm going home. Я могу идти домой. I can turn around and go home. Я увижусь с пастором Питом в Бишкеке. I will see Pastor Peter in Bishkek. И этого может быть достаточно. And that might be enough for me. Нет, но я прилетел сюда. But I made a decision to come here. И это было невероятно. And it was amazing. А я сидел в, я зашел в холл. I entered this meeting hall. И там сидели люди. And people were sitting there. Люди, которых я не видел 13 лет. People whom I haven't seen for 13 years. Люди, которые были как бы являются важной частью моей жизни. People who were and played a very important role in my life. Да, это пастор Фуад. Пастор Фуад. Пастор Саиб. Пастор Сахиб. Пастор Ильшан. Пастор Ильшан. Яшар Малия.
Пастор Яшар. 13 лет я их не видел. I haven't seen them for 13 years. Но они особенная часть моей жизни. But they play a very special part особенная in my life. Часть. Very special part. Тюменские. People Оля. From Tumen, Оля. А когда я их увидел, я был просто растроган. When I saw them, I was so touched. Потому что они тоже важная часть моей жизни. They are also such an important part of my life. Нас связывает много. We are connected so deeply. Много с Иисусом Христом. We are connected a lot through Jesus Christ. И это самая важная часть нашей жизни. And this is the most important part of our life. И мы выбираем быть такими. And we choose to be here and be like that. Мы выбираем быть в благодати Бога. We choose to stay in the grace of God. Быть в благословениях Бога. To be in God's blessing. Находиться в Его любви. To stay in His love. Мы выбираем это. We choose that. И это наше решение. And it is our decision. И это важные решения нашей жизни. And these are important decisions in our life. Оглядываясь на историю своей жизни, when I look back at the history of my life, я помню эти моменты. I remember those moments. И это моменты победы. And these are the moments of victory. Победы Иисуса Христа в моей жизни. Victory of Jesus Christ in my life. Я учусь на этом. And I'm learning through those steps. Я продолжаю идти за Иисусом Христом. And I continue to follow Jesus. Притчи 23 глава 23 стих. Proverbs 23 verse 23. Говорится: купи истину. It says